Традиционно все официальные мероприятия открываются с гимна Кыргызской Республики. Урматтуу спорт көрөрмандары, футбол сүйүүчүлөрү. Силерди бүгүнкүдөй ушундай зыңгыраган Кыргызстандын башка региондорундагы жок, аналогу жок спортзалдын спорттук мекеменин ачылышы менен силерди чын дилимен. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, урматтуу спортчулар, футбол сүйүүчүлөр. Бул инфратүзүмдөрдүн көйгөнү биздин мамлекет үчүн, биздин элибиздин ден соолугун чыңдоо үчүн аябагандай чоң түрткү. Ишибиз ийгиликтүү болсун. Ушул стадиондон дагы көптөгөн достор. Биринчиден баарыңыздарды бүгүнкү ушул заманбап стадиондун ачылышы менен куттуктоого уруксат этиңиздер. Урматтуу достор, ассаламу алейкум, дорогие дети, уважаемые ветераны, уважаемый Бабулат Иванович, уважаемая команда МБУЛАК. И я уверен, что именно вот такие современные сооружения, современные спортивные футбольные поля помогают таким ребятам достигать своей цели в будущем. Уважаемые гости Узбекистана, я вас всех приветствую. Очень такой теплый, волнительный момент. Потом в садике тренер начал говорить: слушайте, у вас, у пацана, есть хорошие способности. Я говорю, видимо, говорит, чтобы я был стал спонсором, наверное. Я говорю, нет, мне так не купишь. В футбольной федерации вместе организуем вот такой памятный подарок. Приезжайте чаще, мы вас ценим, уважаем, любим. Кыргызстан, это пусть ваш станет вторым домом. Дорогие друзья, это исторический, поистине исторический момент. Футбольный стадион, не имеющий аналогов в Кыргызстане по своим размерам, официально открыт.